В прямом эфире я впервые появляюсь в образе Джигурды Джанатхана, великого посвященного. Сейчас 12:06 ночи, поэтому, возможно, не так много зрителей увидит меня. Прямой эфир происходит на фоне Хромакея. Два зрителя уже смотрят, хотя это ночь. Я сделал грим, чтобы сыграть совсем другую роль, и я ее сыграл. Красный балахон Мессии сейчас лежит рядом с камерой, съемки завершены. И в том образе, в котором я предстал перед камерой, я появлюсь завтра в своем ТикТоке, который был неделю заблокирован, но это не проблема. Заблокировали из-за нарушений правил сообщества. Это недоразумение, и оно уже, как говорится, конфликт. Недопонимание исчерпано. Secret Liberal Gods. Вместе с Никитой Джигурдой мы запускаем TikTok. TikTok шоу, в котором я буду и в своем образе представать. И в своем образе, и в другом образе, и в четвертом, и в пятом, и в шестом. Потому что капитан Джек Воробей, которого я многие годы играл. Образов много. Какой еще у меня образ самый такой яркий? Ну, наверное, Джокер, который я собираюсь сыграть. Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы, хотя шрамов нету. В этот раз у меня седые волосы, и поэтому я провожу прямой эфир, и ночью вот уже достаточно большое количество человек меня смотрит, что меня не может не радовать и одновременно удивлять, потому что ночь. Но прямой эфир будет коротким, прочту стихи. Раз уж я в образе, то прочту стих. Свой любимый «Оду женщинам» я прочел. Цензурных, нецензурных. Так это тоже не стоит нецензурные стихи читать. Но какой-то стих в любом случае надо будет прочесть. И лучше, чтобы был забавный стих. Ты тоньше сделала меня в прямом и переносном смысле. Моя любовь к тебе не скиснет, не перестанет мир пленять. Мне не в облом ебать в узде. Невинный ковш твоих желаний. Настанет время осознаний, и ты поймешь, я не пиздел, когда воздев к тебе все мысли и слов наивных коромысла, я мыс твой огненный причислил к числу влагалищных святынь. Но ты, устав от ебли кроткой, нашла себе другую лодку и танцевал чечетку, вбивая янь в ногинь. Ну, дальше я уже не буду, потому что и так позволил себе лишнего, нецензурная лексика запрещена, я уже и так пару фрагментов. А теперь серьезный стих. Ну, это тоже был серьезный, но более, как говорится, глубокая тема. Боль на кресте снижается реально от осознания важности креста, и радость наполняет, как ни странно, того, кто предпочел распятие сам. Физическая боль ослабевает, когда душа ведет тебя на крест. Распятый терпит муку, понимая, что после пытки будет Божья весть, ниспослана в сознание созданий, во имя чье он шел на эту боль. Планетой станут править великаны, духовные, ведя ее в любовь. Стих про любовь. А какой про любовь это? Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Secret Livia Gods, let light and love and power restore the planet on earth. Let light and love and power restore the planet on earth. Позвольте свету любви могуществу воплотить план на земле. Но здесь нельзя, соседи. Потолок-то близко.
всю ночь так. Поэтому последнее это и все. Ухо и ложимся спать. Let light and love and power restore the plan on earth. Последний стих. Какой стих там еще у нас есть? Давайте женщинам дадим, давайте женщинам дадим бразды правления. Их род и род порядок наведет. У них интуитивное влечение и к миру, и к тому, кто в небе ждет. В конце концов, все было из-за женщин, все есть и будет ради них расти. В их головах мозгов ничуть не меньше, да плюс душа, как млечный путь, блестит. И этот блеск притягивает свыше любовный ток. Уж миллиарды лет, покуда нам не посносило крыши, давайте женщинам дадим зеленый свет. Пусть правят нами, но пусть правят нами тонко и сердечно. Пусть поднимают нам, что можно в нас поднять. Пусть поднимают дух, чтоб ярко, вечно хотели мы их грезы выполнять. Прямой эфир закончен. Спасибо всем большое за внимание. Это только начало. Дальше будет намного интереснее. Конечно же, я появлюсь в своем образе. Я и сам буду собой. И расскажу вам, поведаю вам о своих творческих планах. Всем доброй ночи. Спасибо большое. Secretly we are all gods.